Добрый день, любители рыбалки. Ну что, мы сегодня на море. Пытаемся поймать камбу. А там, в принципе, все поймается. Камбу никогда в жизни не ловил. Знаю, как делается снасть, все. Но для того, чтобы показать эту снасть, надо сначала поймать камбу. Вот мы и пытаемся это сделать. Смотрим. Ничего не могу сказать. Очень даже самому интересно. Те тычки, которые применяли на речке, очень даже здесь в тему. Вот они стоят вертикально. Видно хорошо удочку. Ну а поклевку посмотрим, пока непонятно. Пытаюсь по-разному одеть ферину. Мне товарищ показывал, говорит, ее лучше один раз проколол, вывел крючок, и второй раз тоже прокалываешь и одеваешь на цевьё. Я хочу еще, наверное, и третий раз ее проколоть, чтобы надо забрасывать далеко. Хотелось бы, чтобы она не соскочила. Ну что, вперед. Что-то хочу в чуне не набрать воды. Ой, прелестно. Балка с мокрыми ногами. Тихоша, наверное, дальше не стоит идти. Ну что, решили переехать. Был когда шторм, намылось много песка, надо заходить далеко бросать, а у товарищей спиннинги короткие, бросают недалеко. И ничего у них не получается хорошего. А я бы хотя бы, наверное, здесь бы постоял бы. Потому что у меня получается и дальний заброс. Можно заходить в воду. Но по берегу кладоискатель ходит. Набор песка был большой. Спрашиваю, как улов, говорит, слабенький. Я же не знаю, что вы его понятие слабенький. Ну что, переехали на другое место. Каменистое вроде бы дно. И намного глубже. Но непонятно, будет что-то клевать или нет. Сильно несет ветром снасть. Хотя там и грунтозацепы стоят, что ни хрена они не держат. Он бросал прямо, оно уже намного ушло вправо. Бросили по одной снасти. На 2-3 бросать, мне кажется, он перепутается и все. Будет клевать, потом посмотрим. Хоть бы поймать одну,
посмотреть, как она выглядит. Ладно. Будем перезабрасывать. Еще раз и на камеру. Давай. Ну мне же интересно, как правильно насаживать. Специалист же нас насаживает. Это не специалист, здесь кто как показывал, блядь. Я так же самое, как и... Вот, прокалываешь хвост. Здесь хребет, раз. Вот, потом вот. Ну, два. Все, вот так вот два вообще. Ну, говорят же, надо крючок, чтобы был закрыт, или нет? Я вот показываю так, я делал так, и ничего. Могу третий раз это сделать. Ну, это уже так же третий раз сделал. Ну что, товарищи ушли. Я остался на пляже сам. А они через дорогу пошли на лимон. Тут, получается, с этой стороны море, с другой стороны лимон. Ну, через полотно. Там ветра нет, и там они могут забрасывать. Удочки короткие, сапоги не взяли, и зайти в воду они практически не могут. Бросает, сколько он может там бросить. Бросил 20 метров, оно сразу под берегом все. Накат, конечно, хороший сегодня. По идее, должна клевать. Почему она не клюет, ни хрена непонятно. Ладно, будем смотреть. Так, а через дорогу лимон. И на лимоне очень тихо. Тишина и спокойствие. И какой ветер на море. Ой, красота. Добрый день, как успехи? Что не ловится? Что, ничего, ничего нету? Говорят, что вот. А, говорят? Говорят. Это мы тоже слышали, что говорят. Тоже постояли сейчас там. А там берег нормальный? Или он не ловит? Постоял. Да? Тоже не берет? Ну, говорят, что ночью берет. Ночью, да? Нет, ночью. Ну, ты видишь, я тоже такое сам слышал, что она берет именно ночью, вечером и утром. А днем она не хочет брать. А катушки так вот не заливает? А, вот оно. Ну да. Ну что, лопатка. Она ведь не сбывает, лопатку втыкаешь и втыкать хорошо. Да, шикарный колышек. А, вы имеете в виду втыкать, когда в землю лучше, да? Что, ни одной так и нету, да? А, не, есть. Да что? Ну, лепесточек. Лоська. Ну что, прикольно? Нет еще. Лепесточек. Да не, погода вот для нее классная. А всю поклевку видно ее или нет? Да. Не видно, да? Сейчас нет. Ну вот эту вы взяли, вы видели поклевку или нет? Не видели. А такой груз и несет? Вань, нет. Видишь, какой груз? Вань, а. Видишь груз какой? Какой квадратный?
кормить-то? У меня когда зацепишь, то уже тоже не несет, понимаешь? Да куда? Нет, у меня еще словил рута зацепу. Вот если зацепил, да, она держит. Да я по волне по такой не чувствовал, зацепляет она или нет. Вытаскиваешь, она не зацепилась даже. Ну что? Вылазка наша ни к чему не привела. Никого мы не поймали. Товарищи уже бросятся домой. Так что все. На этом будьте здоровы. Хотя я бы еще и половил бы. Да. Все, до скорых встреч. Будьте здоровы.